У Зига и Арции нет ни секунды покоя. Бесчисленные жестокие клыки и острые когти подбираются все ближе. Клинки, пули и грозный легион хаоса — вот единственный путь к спасению. Come on.
Зик? Помолимся. Брат. Если апокриф из арка существует на самом деле, то три священных глифа тоже. Глиф Вознесения, украденный из руин Мурдоа, глиф Разрушения, который находится где-то в Куске, и глиф Первородного греха, который можно найти в Изарке, запретном городе. Так значит, ты говоришь, что нам нужно идти к Куске, Великой пещере? Я думаю, это единственный выход. Почему он хочет освободить дух? Тебе не нужно этого знать. Это только между нами. Место прославилось свирепостью своих обитателей. Силы, поджидающие Зига и Арцию в тумане, пришли из другого мира. Но герои должны, несмотря ни на что, продолжать свой путь к Великой пещере Куске, чтобы защитить три запретных священных глифа.
Thank you.